Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Неравнодушный разговор». И у нас сегодня в студии гость, директор Института демографических исследований Белобородов Игорь Иванович. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. Белобородов Игорь Иванович. Кандидат социологических наук, директор Института демографических исследований. Дорогой Игорь Иванович, я нашу беседу хочу начать с того, чтобы налить вам нашего фирменного душистого чая и сказать просто буквально несколько слов. Дело в том, что вот в этом кресле перебывало очень много гостей, людей совершенно замечательных, которые говорили на очень интересные темы. Но канал наш называется «Семейный образовательный», прежде семейный. И поэтому лично у меня, как у ведущего, это никому не в обиду будет сказано, вот вопросы демографии вызывают самый повышенный интерес, потому что за холодным нерусским словом «демография» по происхождению стоит живое русское родное слово «народонаселение». Да? Совершенно верно. И это проблема из проблем, как мне кажется. Поэтому я ожидаю ваших ответов на очень непростые вопросы. Отведайте чаю и скажите, пожалуйста, у нас... В самом деле все так плохо, все так печально, как часто об этом говорят и пишут. В первую очередь хочу поблагодарить за чай. Я сторонник и поклонник этой древней семейной традиции чаепития, которая на Руси получила такое доброе развитие. Русской традиции. Действительно. И, конечно, с удовольствием принимаю, с благодарностью. Насчет демографии, да, слово действительно не русское, оно греческого происхождения, то есть демос – это народ, граф – это, как известно, описывать нечто, некие события. Но вот в нашем современном контексте речь может идти скорее о сбережении народа населения, не просто об описании неких негативных тенденций. Я вообще считаю, что подход, связанный с некой констатацией давно известных фактов, он непродуктивен. То есть в той ситуации, в которой сейчас пребывает Россия, да, она страшна, да, она нелицеприятна, да, ситуация имеет нисходящую динамику демографическую, то есть рождаемость у нас снижается, смертность временами растет, но есть и положительная тенденция. И здесь очень важно вот отойти немножко от этого негатива, который мы привыкли слышать. Я в нем даже участвовал, поскольку по роду деятельности обязан, так сказать, фиксировать эти тенденции. А он угнетает очень. Я согласен. Когда постоянно говорят о плохом, ведь человек так устроен. Я согласен. Да. И поэтому, конечно, мы должны переключиться. Вот я, например, в порядке, так сказать, смены вот этой парадигмы негатива готов вам сообщить, что уже 4 месяца в России... наблюдается естественный прирост населения. Слава Богу. Это вот впервые, пожалуй, за последние 17 лет. Простите, вы употребили естественный прирост. Да. Это, а бывает еще какой? Я имею в виду сейчас баланс смертности и рождаемости. Угу. Бывает еще прирост механический, когда в этом процессе участвует миграция. А, то есть приток, да. Да, приток извне. И... То есть есть несколько... Но ведь иммиграция тоже не однородна. Ведь одно дело, когда приезжают мигранты иных национальностей, граждане иных государств, и когда в Россию приезжают русские, которые до этого проживали за ее пределами. Ведь это тоже... Совершенно верно. Да. Вы сейчас говорите о культурных, геополитических, политических последствиях. Но для демографии, как отвлеченного понятия, совершенно все равно, откуда приезжает население. Для нас, вот ученых, которые занимаются в этой сфере... исследуют процессы, здесь важно, происходит ли замена коренного населения за счет смены поколений, угу. либо этот приток происходит извне, либо это некая внешняя перемена. Так вот, откуда бы ни приезжали люди, естественно, пока мы говорим о замене пришлым населением, населения коренного, мы говорим не о демографии, мы говорим о сугубо миграционных вливаниях. А другой вопрос, что действительно... можно поступить, как это мудро сделал Израиль в свое время, угу. фактически вдвое увеличив свою численность, там, начиная с 1962 года, и пригласить репатриантов, людей близкой культуры, ментальности, традиций, потенциально интегрируемых в конкретное общество. Можно пойти тем же путем, которым пошли страны Европы, в частности Голландия, Дания, Франция, Бельгия и так далее, можно долго перечислять, вплоть до Греции. И мы увидим, что нигде из этих стран этот процесс не происходил безболезненно. Нигде в этих странах в настоящий момент вот эта политика открытых дверей сейчас не продолжается, поскольку
издержки этого процесса гораздо выше преимуществ. И поэтому даже вот Австралия, если взять, там что только не пытались. От политики интеграции, ассимиляции до политики вот, так называемых кросс-культурных моделей, так называемого взаимного сосуществования культур. Тут важно понять одну простую вещь. Никто целенаправленно, самостоятельно не собирается менять свою идентичность. Да и не надо к этому стремиться. Такой человек, если он приехал в Россию из Узбекистана, Таджикистана или Армении, Азербайджана. Азербайджана, в том числе Казахстана, откуда угодно. Если он вдруг заявил перед своими родственниками, друзьями, соплеменниками, что он становится русским, но он тут же выступает, во-первых, таким немножко неблагодарным человеком, потому что его воспитывали в другом Изменник. Духе. Во-вторых, да, это как этнический предатель, если хотите. Да. А потом, ну, Россия, собственно, она всегда процветала за счет вот этого разнообразия культур. Другое дело, что Россия всегда была демографически крепкой. Если взять, например, прогнозы Менделеева, то по данным на 1900 год, там, прирост был в среднем, он принял, что при усредненном приросте в 1.5% в год, это сейчас такие темпы прироста могут наблюдаться, пожалуй, только в Африке, тогда это было, Россия была с самой высокой рождаемостью в мире. Вот он рассчитал, что при таких темпах роста населения в течение 47 лет численность населения удваивается. А через 155 лет, то есть к нынешнему 2050 году, у нас должно было стать ровно столько, сколько сейчас китайцев. То есть около 1 300 000 000 человек. Но при этом, я повторю, речь шла об усредненном приросте. Если взять те 50 губерний, которые образовывали ядро российской государственности, то там был прирост еще выше. Это был 1,8% в год. Соответственно, требовалось для удвоения численности 39 лет. И уже к 2026 у нас должно было стать ровно столько, сколько сегодня вот наших замечательных китайских соседей. Этому помешали революции, да, вот череда революций, бунтов, и потом войны или еще что-то. Это как бы известная причина. Но ведь есть еще причины, которые помешали. Я думаю, что главная причина – это все-таки секулярное сознание. Это вот революция, да, это действительно революция, вы правы, но это революция ценностей. Это подмена одних ценностей, которые скорее предполагает определение таких ценностных суррогатов. Подмена их ценностями, вот ими подмена ценностей истинных, тех, на которых зиждилась всегда русская и другие, в общем, культуры, которые составляют общую российскую культуру. И, конечно, в этом контексте наиболее разрушительным явлением является вот не столько даже сама коммунистическая революция, социалистическая, как ее прозвали, 17-го года, сколько те вот культурные подмены и идеологические диверсии, которые ей сопутствовали. Ведь что делали в первую очередь? Разрушали церковь, а это, в общем-то, хранительница семейных традиций номер один. У нас даже до сих пор в церкви священник называется батюшка. Батюшка, слава богу. У нас, в общем, семья называется домашней церковью, не иначе. Да, малой церковью. Да, у нас вообще отношения церкви и Христа трактуется как брак, то есть жених и невеста в таком духовном смысле. Таинственном, глубоком. Да. На самом деле христианство – это наиболее семейно ориентированная религия. Однако в глазах коммунистических стратегов именно церковь, именно патриархальная семья в хорошем, в самом хорошем смысле этого слова, она выступала идеологическим конкурентом. Именно поэтому уничтожали село. Почему еще какие-то 100 лет назад у нас там 80, около 80% жителей были сельскими жителями, крестьянами. Сейчас это совершенно другие пропорции. Сейчас село, если мы раньше говорили о том, что село вымирает, сейчас я могу уже сказать, что оно вымерло. То есть, нет, классического крестьянства уже и нет. Нет. Да. То есть, во-первых, те, кто остались есть жить в селе. Есть сельские жители, это несколько иная вещь. Да, и в основном они проживают в сельской местности. Доживают, я бы сказал. Доживают, это если быть абсолютно точным. Да, потому что они уже, как правило, это те, кому некуда ехать. Те, кто менее мобильный, то есть люди старшего преклонного возраста. Угасают. Да, и те, кто выжили, то есть те, кто угасают. Не спился, так сказать, да, вот в эти лихие 90-е, и, в общем, за всю эту коммунистическую историю. Поэтому, конечно же, фактор идеологической диверсии здесь был определяющим. Я напомню, что еще вот во времена царствования Петра I в России проживало всего лишь 13 миллионов человек. Однако это не мешало
каждому последующему монарху увеличивать численность населения почти втрое за счет совершенно естественных факторов. Хочу добавить, при почти непрерывно ведущихся войнах. Абсолютно верно. Были и другие прецеденты в мире, когда, например, в Европе так называемая бубонная чума выкосила почти 70% европейского населения. Но когда ценности семьи, моногамного брака и деторождения, неограниченного деторождения, то есть как следствие вот этого вот богоустановленного союза мужчины и женщины, когда они были на высоте, когда они были в почете, ничего не стоило через несколько веков уже обновить эту численность европейского населения во многих странах и, в общем, продолжить человеческий род. Замечательно. Вот как раз это я имел в виду сегодня, когда люди хотят, чтобы у них было побольше детей, что они слышат от большинства окружающих? Нищету будете плодить, там как прокормить и все. А что, люди тогда разве роскошествовали? Да вовсе нет. Если мы сейчас посмотрим на наш земной шар, такой большой, разнообразный, в первую очередь культурный, экономический, то мы увидим, что как раз-таки большая рождаемость на сегодня наблюдается не в странах вот этого золотого миллиарда, не в странах экономически благополучных. Если взять все европейское пространство, здесь тоже, кстати, интересный момент, даже в мусульманской Албании, частично мусульманской, где эта культура доминирует во многих местах, даже там нет воспроизводства. Нет воспроизводства ни во Франции, ни в Швеции, ни в Греции, ни в Южной Европе, ни в Восточной. То есть на всем ее пространстве исключительно одна страна, в которой сохранились крепкие католические традиции, в которой до сих пор осложнены разводы, законодательно, я имею в виду, осложнены не в плане репрессивных карательных механизмов, где государство имело целую сеть. Маленькая Ирландия, всего лишь 4 миллиона и 700 тысяч человек, меньше Санкт-Петербурга по населению, 117 консультационных агентств по помощи семье в ситуации супружеских ссор, конфликтов. Чтобы сохранить. Только чтобы сохранить семью. Где запрещены аборты, то есть это немыслимо. Где сильная позиция католической церкви, то есть христианской конфессии. Только эта страна сегодня сохраняет воспроизводство населения. Если мы посмотрим на другой континент, на Африку, то мы увидим, что в таких странах, как Чад, Нигер, Нигерия и так далее, то есть где живут до 70-80% на 2 доллара в день. Вот представьте себе, колоссально высокая рождаемость. И совершенно не препятствует этому ни высокий уровень жизни, ни порой высокий уровень эпидемий, ни отсутствие санитарных условий. Даже российское общество, оно ведь совсем неоднородно. Посмотрите, вот интересный эксперимент. Даже во времена Чеченской войны в лагере беженцев в Ингушетии рождаемость была выше, чем в благополучной Москве, Санкт-Петербурге. Это же говорит о многом. То есть там, где сохранились традиционные устои, там, где сохранился вот этот фундамент семейных отношений, там действительно есть демографические перспективы. Где это было утрачено, ну, собственно, идет такой отчет в обратном порядке уже. Вот этого населения, вот этой нации, к сожалению. Это не повод для фатализма, это не повод для того, чтобы вот сложить руки, так сказать, и тихо плыть по течению. Нет, совершенно. Но надо понимать причины. Кстати, у православных христиан тоже наблюдается положительная динамика. Вот если взять воцерковленных, я имею в виду не просто крещенный люд, а именно воцерковленных людей, которые практикуют свое христианство, то есть которые там причащаются, соблюдают обряды, для которых это действительно стиль жизни, вот там рождаемость вполне высока. Да, это правда. У мусульман, у ортодоксальных иудеев, у православных христиан, у других конфессий, я имею в виду традиционные конфессии, вот там все в порядке с рождаемостью, там с воспроизводством. Хотя, казалось бы, мы находимся в одних совершенно социальных, экономических условиях. Да. Если взять обитателей элитных коттеджных поселков и сравнить с обычным рабочим классом, где, кстати, не все в порядке с демографией, но даже в нем, в его среде рождаемость и показатели устойчивости семей намного выше, чем у элитарных слоев населения. То есть это тоже, на мой взгляд, очень иллюстративно. Это гедонизм, беда нашего века. Да, ценности потребительского общества, они в первую очередь определяют вот эту негативную демографическую динамику. Совершенно верно. Я подарю вам чай и хочу вам сказать, что, вы знаете, лет 30 тому назад я прочел в одном журнале потрясающую документальную статью. Она была посвящена тому, чего вообще не могло быть на самом деле. Но это случилось. В одном из женских концентрационных лагерей одна заключенная родила ребенка, выносила
и родила. Вы представляете, что это такое? В жутких условиях. Да, и назвать их жуткими, это ничего не сказать. И дожила до того момента, когда его освободили в концлагерь, и она вышла на с ребенком на руках. Ну и таких примеров, кстати, в истории немало. Даже в блокадном Ленинграде рождаемость была выше, чем на многих территориях современной России. И, в общем-то, ну, существует такой миф, знаете, вот демографический миф, семейный, если хотите, хотя правильнее его назвать антисемейным, что с рождением третьего ребенка, почему-то именно третьего, хотя часто даже второй ребенок попадает под этот миф, что значит, условия жизни семьи должны катастрофически ухудшиться. Почему? Но практика не подтверждает этот миф. Наоборот. Доказано, и есть на эту тему много исследований и психологических, и социологических, что именно с появлением третьего и четвертого ребенка в семье улучшается нравственный климат. А, и, кстати, растут доходы. Благодать Божья нисходит на людей. Бог даст, говорит, Бог детей даст и на детей. Это русская поговорка. Вы совершенно правильно определили, но это духовное объяснение. Но есть еще вот для скептиков, для, может быть, даже атеистов, есть объяснение научное, что, в принципе, ребенок, он же не грабитель, он же не преступник, не разбойник, и ему не так много требуется. Конечно, зависит от уровня притязаний, что мы, собственно, слушай, подразумеваем, да, под каждым конкретным ребенком, но, как правило, если он третий или последующий, ему очень многое достается в наследство от братьев и сестер, во-первых. Во-вторых, что самое главное здесь, вот такой психологический механизм, этот ребенок, он дает стимул, он дает новый совершенно импульс к семейным отношениям, ведь именно в многодетных семьях наблюдается самый низкий уровень разводов. И самый высокий уровень разводов, он, наоборот, в бездетных семьях. И кроме того... Да ничего не связывает. Совершенно верно. Дети являются цементирующими узами. Да, да, самый прочный цемент в мире, да. И у многодетного отца намного больше стимулов к собственному развитию. Ответственность. Я знаю многих людей, которые с появлением вот, каждого последующего ребенка, они принимали решение защитить диссертацию. Преобразовывались. Да, совершенно. Развивались в профессиональном, творческом и общечеловеческом смысле. Конечно, это правильно. Это константа, это некая константа. Причем даже у меня в семье есть некие положительные изменения, связанные, вот, так сказать, с деторождением. Это очевидно. То вот есть... видите, на телеканал «Радость моя» пришли, да? Да, это одно из них, совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо. Здесь есть некая такая вот взаимосвязь, которую, к сожалению, можно прочувствовать только после того, как этот ребенок родится. Ну и давайте не забывать о государстве. Оно у нас на самом деле не такое уж плохое. Потому что пока что те меры... Смотрите, у нас был даже тяжелейший кризис в 2008 году, да? В 2009. Несмотря на это, материнский капитал не только не прекратился, он был индексирован. Если изначально это было 250 тысяч, сейчас это уже 387. Те пособия, которые вводятся сегодня на второго, на третьего ребенка, в общем, на каждого ребенка, они достаточно весомые. Ну хорошо, я не беру мегаполисы с их высоким уровнем жизни, но здесь же и возможностей гораздо больше. И сейчас вводятся беспрецедентные меры вот именно по стимулированию рождения третьего ребенка. То есть когда даются земельные участки. Да. Конечно, это не панацея. Конечно, это не решение всех семейных проблем. Но это говорит о том, что государство сегодня развернуто в эту сторону. Это тоже стоит ценить и, в общем-то, использовать эту помощь. Почему бы нет? Вы много ездите. Опыт какой страны или, может, каких-то стран был бы сегодня для нас очень полезен? Я думаю, что очень положительные примеры на европейском пространстве сегодня являются собой Венгрия. Угу. Это достаточно интересное государство. Оно небольшое, там всего лишь 10 миллионов, около 10 миллионов человек проживает, но... находясь в кольце таких достаточно враждебно настроенных политических элит, имею в виду в первую очередь Брюссель, руководство Евросоюза, тем не менее нынешняя венгерская власть нашла в себе мужество для того, чтобы принять ряд совершенно революционных по нынешним европейским меркам законов. В частности, на конституционном уровне было принято четкое определение брака как союза исключительно мужчины и женщин. Для Европы это очень важно. В Европе, в России эта проблема еще так не ощущается. Ну, она уже возникла. Да. Но она возникла. Уже проговаривается. Да. Так, а там же доходит вообще до сумасшествия. В ряде стран, в частности Голландии, просто уже узаконено усыновление детей так называемыми однополыми парами.
И вот Венгрия пошла против этого. Она открыта в лице своих сограждан, в первую очередь, потому что был проведен референдум на эту тему, и какие большинство молодцы. Граждан поддержали эту инициативу. Еще одной инициативой, важной, на мой взгляд, стала защита, законодательная защита человеческой жизни с момента зачатия. Я, в принципе, выступаю за то, чтобы ввести летоисчисление не с момента рождения, то есть с того момента, когда врач вам выдал справку о рождении, да. а с момента зачатия. Кстати, в некоторых восточных странах это так и принято. Например, в Монголии, мне это известно. У меня учились эти студенты из этих стран, и я знаю, что их возраст определялся не с момента рождения, с момента зачатия. Да. Вот. Сегодня Венгрия на конституционном уровне тоже заявила, что права человека, его основные свободы защищаются государством с момента зачатия. Это вызвало шквал негатива. Тут же европейские институции объявили, причем действовали очень лукаво. Когда они поняли, что изменить вот эту просемейную ориентацию венгерского правительства и ее президента не удастся, они начали искать другие придирки. Дескать, у вас непрозрачная банковская система, у вас ущемляется телевидение. Я имел встречу с несколькими министрами Венгрии, они говорят, что, конечно, сейчас мы находимся под очень серьезным давлением, И обращаем взоры все больше на восток, на Россию, на страны Балтии. Мы неоднократно с ними встречались в Латвии на демографических конференциях. То есть, но сам факт, что страна, так сказать, более зависимая от внешних решений, чем Россия, смогла пойти на такие шаги, это говорит это о многом. Мужество. Я думаю, что Венгрия сегодня, да, является как раз-таки тот образец. Кстати, там были очень интересные тоже обсуждения некоторых интересных вещей. Я думаю, их стоит поднять и здесь, эти инициативы. В частности, было предложено изменить вот этот вот избирательный ценз. Каким образом? Наделить правом политического голоса многодетные семьи таким образом, чтобы это было пропорционально числу воспитываемых детей. То есть, когда один отец может голосовать за всю свою семью. То я есть считаю, некий коэффициент. Я считаю, что это справедливо. Во-первых, почему? Потому что в таком обществе отец играет роль не просто воспитателя, он фактически дает... Это как кузница кадров. Это отец дает этому обществу в будущем там энное число инженеров, учителей, политиков, солдат, спортсменов. Да, в том числе защитников Родины. Это справедливо. И подходы к репатриации тоже были, даже не к репатриации, в целом к работе с диаспорой, с общиной, с рубежом, мне тоже показались очень здравыми. Вот оцените сами. Они предлагают сейчас наделить правом голосования на выборах любых уровней всех представителей, не просто граждан Венгрии, а представителей этнической, вот, венгерской группы в странах зарубежья. Пожалуйста, каждый венгр, даже проживающий за рубежом, может определять и участвовать в судьбе материнского государства. Это объединяет нацию. И это дает ей тоже стимул, в том числе и демографический. Да, спасибо. А пейте чаю, сейчас я вам подолью. А я хочу вот о чем сказать. Когда мы с вами готовились к этой программе, вы меня удивили, неприятно удивили. То есть, собственно, не вы, а та информация, которую вы со мной поделились, о том, что у нас, оказывается, ни в одном вузе не готовят специалистов по демографии. Да, к сожалению, это так. Это действительно проблема. А уж нам-то казалось, сам Бог велел. Непростая ситуация. Видите ли, тут надо смотреть в корень этой проблемы. В долгое время в мире, в принципе, считалось, что надо бороться не за сохранение семьи и стабилизацию рождаемости, а надо бороться с перенаселением. И даже в 1994 году на очень известной конференции в Каире было принято решение, которое касалось и касается России до сих пор. Это к вопросу о суверенитете внутренней демографической политики, которые, в принципе, навязывают меры планирования семьи, сексуальное образование в школах, где понятие нормы вообще стирается. Нормы нет. Есть много ситуаций различного, так сказать, репродуктивного и идентификационного выбора, где, например, занятие проституцией или выбор гомосексуальной какой-то связи не является чем-то плохим, наоборот, даже благожелательным. Вот, в общем-то, в контексте этих событий многое время формировалась глобальная семейно-демографическая политика. Поэтому, конечно же,
В России есть своя специфика, потому что у нас в советское время произошел такой неприятный инцидент. Перепись населения 1937 года не оправдала тех ожиданий, которые возлагал на нее Иосиф Виссарионович Сталин. Соответственно, весь коллектив, причастный к разработке методологии переписи, ее проведению, был репрессирован. И, соответственно, в 1939 году был закрыт последний из двух имевших в истории, бывших в истории, значит, демографических институтов. С тех пор у нас нет ни одного факультета, ни одного университета, ни одного института, занимающихся проблемами демографии. С 1939 года. С 1939 года прошлого века. Совершенно верно. Я приведу такую параллель. Ведь наука это не просто, так сказать, да, фиксация неких событий, размышления вот, профессиональные на эту тему. Это еще и органы осязания. Мы не можем двигаться в политических каких-то программах, направлениях, в предложениях конкретных методик по выходу из кризиса, пока у нас нет четкой научной обоснованности, четкого научного обеспечения. И вот что сделал, например, величайший человек, это Шарль де Голль, президент когда-то Французской республики. Первым делом, он, когда пришел к власти, во Франции была серьезнейшая демографическая проблема. И он временно ее решил. То есть за время своего правления он очень серьезно улучшил демографические показатели Франции. Что он сделал? Путем, да, да. В первую очередь он образовал Национальный институт демографических исследований. Он до сих пор один из самых известных в Европе. Лично его возглавил. Он образовал Лигу многодетных семей и множество похожих структур, которых, задача которых была проводить идеологии пронатализма. Пронатализм, то есть поддержку рождаемости, поддержку многодетности традиционной семьи. Кстати, он же реализовал интересный комплекс мер, ну, по вынужденности, правда, то есть он принял на тот момент не очень-то уж и крепкую экономически Францию, около 1,5, а по другим данным до 2 миллионов этнических французов из стран Магриба, да, то есть из Северной Африки. Бывших колоний. Это был колоссальный шаг. Это дало именно серьезнейший демографический толчок вот в развитии тогдашней Франции. У нас потенциал репатриации сегодня исчисляется десятками миллионов. То есть это как минимум 20 миллионов соотечественников, проживающих за рубежом. Если же учесть потомков от смешанных браков, это может быть и все 25 миллионов. Понятно, что не все из них приедут назад. Но мы можем говорить о 5, а то и 7 миллионах соотечественников, проживающих за рубежом. То есть такой замечательный резерв. Исключительно замечательный. Я очень считаю, хороших людей, был бы грех его не использовать. Не использовать, да. А вместе с тем, вот они часто жалуются, я тоже много езжу, бываю, жалуются часто русские люди за рубежом, что вот очень много препонов чиновничек вот, для обретения гражданства и так далее. Что, кстати, непонятно. Мне здравым рассудком это объяснить никак нельзя. Это сложно действительно объяснить. Я не буду называть регион, я бы хотел уйти в нашей передаче от обвинительной риторики, но был такой интересный прецедент. Из Боливии, из Аргентины пытались репатриировать, и даже это сделали целые группы старообрядцев. Да, я видел этот сюжет. Это ведь по определению, это по определению люди, во-первых, не склонные к криминалу. Во-вторых, они не стремились в Москву или в города-миллионники. Они поехали в сельскую местность. Земля им нужна. В сельскую местность. То есть автоматически это еще и фактор возрождения сельского хозяйства. Кроме того, именно в этой среде наблюдается высокая рождаемость. Вот, казалось бы, по всем критериям это желательная миграция. И тем не менее, они не получили даже гражданство. Речь даже не о создании каких-то условий. Ведь репатриировать готовы по определению люди пассионарные, готовые к каким-то цивилизационным свершениям. Активные. Пусть не ради каких-то абстракций, там, в виде, так сказать, ну, я не знаю, я не хочу показаться некорректным, но в первую очередь все равно человек думает о своей семье, и уже потом о родине, о государстве. Но даже если так, если люди, приезжая и обустраивая свой быт, ничего не просят, всего лишь какие-то, ну, формальные основы в виде гражданства, все остальное готово создать сами. Ну, конечно, они воспринимают как унижение, когда им даже не дают гражданство. То есть это автоматически исключает оказание медицинской помощи и вообще, собственно, ставит их на уровень, простите, насекомых. Маргиналов, да, каких-то, да. Вот это, конечно, неправильно. Многие страны, я повторю, это и Португалия, это и Франция, это и Израиль, это и послевоенная Германия, которая сумела принять 10 миллионов немцев, разрушенная страна. Они реализовали успешно программы репатриации, от этого только выиграли. Япония, в конце концов. Посмотрите, то есть богатый опыт реализации таких программ. И нам, конечно, стоит их заимствовать. Уж с нашими-то территориями и с нашими демографическими проблемами. Это конечно, не рецепт по преодолению демографического кризиса. Это, собственно, немножко о другом. Но это фактор смягчения. Это некая ремонтная мера. А потом приедут же в основном люди в репродуктивном возрасте, которые будут готовы активные создавать семьи, рожать. Вы знаете, с некоторых пор
Для вашего покорного слуги каждый политический деятель, во всяком случае, ближайшего вот, последнего столетия, он еще характеризуется вот таким моментом. Приходят большевики к власти, да, и Троцкий выступает за легализацию, вы знаете, просто извращений страшных, да, чтобы убрать все репрессивные меры в отношении извращенцев и так далее. Да. Аборт, естественно, разрешили, да, Сталин запрещает аборты, к власти приходит Хрущев, и вновь эти аборты... В 1955 году да. Не разрешается. И, в общем-то, спустя всего лишь 10 лет, ровно 10 лет, это по историческим меркам совершенно ничтожный промежуток. Мгновение. Коэффициент рождаемости опускается ниже порога замещения поколений. У нас 65-66 годы – это период исторического максимума по абортам. Там около 6 миллионов в год производилось. Только на территории России. Я не беру сейчас республики, хотя на Украине, Молдавии... То есть Российская Федерация? Одна из 15 республик? РСФСР, совершенно. 6,5 миллионов? Около 6 миллионов. Тогда производилось абортов. И, в общем, ну, последствия не заставили себя ждать. Уже тогда демографы били тревогу, говорили, друзья, буквально через 40 лет мы подойдем к очень опасной черте. Депопуляция уже будет в явной форме. Тогда была латентная депопуляция, когда поколения не воспроизводили себя. Да, угу. Однако уже тогда было видно, что коэффициент рождаемости 1,9 через запятую, он недостаточен. Потому что необходимо минимум 2,1-2,2 ребенка. Понятно, зачем это необходимо, потому что часть людей не вступит в брак, часть, к сожалению, погибнет до достижения репродуктивного возраста, часть окажется бездетными. То есть на двух супругов должно быть чуть более, чем двое детей. Вот уже тогда эта проблема возникла, и, в общем, тогда ее необходимо было решать. Сейчас очень часто любят кивать на власти, говорить, что, дескать, ну вот смотрите, какие результаты правления, вот демографическая проблема. Основы-то были заложены вон когда, не случайно период. Нет, именно Хрущева я хотел, чтобы мы акцентировали, потому что вот оттуда началось. В том числе, истоки, в том числе я бы акцентировал не только на нем, поскольку, собственно, это Владимир Ильич Ленин. Нет, безусловно. Именно тогда, первый в мире Россия в 1920 году узаконила это детоубийство. То есть без всяких на то причин, не по каким-то, так сказать, крайне-крайне спорным случаям, там, как сохранение жизни матери, или там, как какие-то вопиющие случаи изнасилования, инцест и так далее. Сейчас такое законодательство практикуется в странах латинской. К слову сказать, вот то законодательство, которое сегодня в России, оно наблюдается далеко не во всем мире. Большинство стран... Вот из 198 всего лишь в 55 аборты разрешены, причем в самом либеральном виде они разрешены. Вот в Румынии, России, Украине, Молдавии, вот в странах, собственно. Ну и Китай, конечно же, с этой драконовской политикой одного ребенка. Причем он уже пожинает плоды этой политики. Да. Они уже взяли за гобто, поскольку интенсивность старения, вы правильно заметили, она самая высокая в мире сегодня. Сегодня на 60 миллионов численность мужчин трудоспособных в возрасте в Китае превышает численность женщин. Потому что вот эта политика одного ребенка, когда китайские семьи стали выбирать рождение мальчика вместо рождения девочки, имея еще патриархальный уклон. Ну и рост потребительства, все наверное, это вылилось вот в такую антидетную политику. Ребенка, да. А что происходит в Европе? Посмотрите. Ведь уже речь идет даже не о малодетной рождаемости, о чем мы сокрушались все время, все последующие годы. Речь идет в целом об отказе от детей. Сегодня 20% немецких женщин, они, исповедуют вот эту идеологию child-free. Я сталкиваюсь с чем? Вот во время своих поездок, и так вот, в общем, смотрю, анализирую, что происходит. Например, совершенно нормально сейчас возникают сети в Греции, в Испании, сети отелей, куда запрещают селиться семьям с детьми. Сети кафе и ресторанов, где воспрещен вход детьми. Целые авиарейсы. В Австрии, в Вене вы можете в метро наблюдать, например, рекламу услуг стерилизации для женщин, абортов. Это совершенно нормально. Или, например, летя в самолете, вы можете наблюдать сериал, который называется «Семья и любовь», и где одной из разновидностей семьи, причем такой престижной разновидности, как это следует из контекста сериала, вот наблюдается такая вот однополая пара, мужская, которая усыновила при этом младенца. То есть, ну, полный кошмар, полное извращение. И, к сожалению, если сегодня наша страна, кстати, надо сказать, во всем мире сегодня уважают нашу делегацию ООН, при ООН российскую, потому что она отстаивает традиционные семейные ценности. И не дает вот эту повестку, агрессивную повестку дня, гомосексуальную, повестку сексуального образования, которая очень агрессивно внедряется, в том числе международными институциями, не дает это все пока что воплотить в жизнь. Я надеюсь, что
эта вот линия будет продолжена и на внутрироссийском, и на внешнероссийском, так сказать, вот политическом сегменте. И что еще очень важно, вот, завершая, так сказать, эту тему международную, первым указом президента Обамы была отмена решения Джорджа Буша-младшего, как бы мы к нему ни относились, о запрете финансирования абортов и программ планирования семьи за рубежом, включая Россию. То есть сейчас это та администрация, включая вот Обаму, Хиллари Клинтон, усилия которых, исчисляемые миллиардами долларов, направлены на снижение рождаемости и на извращение вот, института семьи, да, на оболвание населения. О чем, собственно, он декларативно и заявил. Во многих странах, да, мира. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Передача подошла к концу. Благодарю вас за содержательную дискуссию. Я вас благодарю. Дорогие телезрители, вот такая, на мой взгляд, очень насыщенная, интересная, информативная очень получилась программа. Всем нам есть о чем подумать. Мне остается только попрощаться с вами и поблагодарить нашего дорогого гостя. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Студию покинул наш гость, но вопросы, проблемы, поднятые в нашей беседе, я в этом уверен, еще долго будут нас волновать. И вот мы будем мучительно искать ответы на этот главный вопрос. Почему? Как это с нами случилось? Как мне кажется, отчасти ответ на это дает стихотворение, которое прислала Наталья Шишкина в девичестве Василькина, одна из авторов журнала «Живое слово». Удивительный человек, вы знаете, очень красивый человек. Она живет на селе, является медицинской сестрой в сельском медпункте Дядьковского района. Стихотворение называется «Размышления о вере». «Мы сами выбрали потери, когда не приняли Христа. И изнутри закрыли двери, куда стучалась чистота. Любовью и нездешним светом, добром, спокойствием дышал весь лик его. Но мы при этом не оценили ни гроша из тех незримых подаяний, что нес нам Бога человек. Его касались одеяния и ждали чуда. Странный век. Он шел и нес нам волю Бога, Отца Живаго в небесах, а в нас тоска. А в нас тревога, непонимание, жуткий страх. И вот последняя страница, и буря воет над землей. С его чела не кровь струится, причастие выдано судьбой. Мы сами выбрали, по вере, болезни, войны, нищету, чтобы очнуться и поверить, мы приближаемся к Христу. Вот такой замечательный стихотворение. Спаси, Господи, Наталью, всех ее близких за вот такое утешение. Ну и, как и всегда, как у нас повелось, замечательная традиция, в самом конце передачи просьба помолиться о здравии тех, кто так сегодня в этом нуждается, о наших братьях и сестрах. Прошу ваших горячих молитв о тяжко болящем младенце Николае, о здравии тяжко болящего Валерия, тяжко болящей Ольги, болящего Георгия, болящего Евгения, болящего Георгия, Александра. Это очень трогательно. Он пошел служить в армии, просит мать Натальи, чтобы сын отслужил и вернулся благополучно. О здравии тяжко болящей Ольги, болящей Тамары, болящей Василисы и тяжко болящей Елены. Вот теперь наша передача в самом деле подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.